Здоров, ребят, смотрите, так, в старом видосе, шортс, я записывал контент, то, что буду ставить эти подушки. Ну, там своя аудитория, здесь своя аудитория, кто смотрит вертикалку и горизонталку. В общем, смотрите, чтобы победить вибрацию двигателя, что я приобрел в Вистошопе? Тюнинг, левую опору, вроде Рено, от коробки автомат, тюнингованную, то есть аналог нижнюю опору, вот, и дополнительно четвертую опору наперед, и тоже желательно с этой подушкой. В общем, как помните, я уже ставил от Мавика правую опору, очень понравилось, вибрации, ну, ушли, не все, конечно, но ушли. Потом поставил нижнюю опору, тоже все классно, но тогда это все было для начинающих. Теперь я уже, можно сказать, проф. И уже не боюсь экспериментировать. И вот заказал еще дополнительные подушки. Точнее, это дополнительные, а это штатные, но тюнингованные. Смотрите. Подушка неплохая, хорошие швы. В общем, ее добротно проварили. Все классно. И также подушка мягенькая. Это очень сильно меня радует. Здесь четвертая опора дополнительно тоже. Швы классные, швы идеально, можно сказать. Все нравится. Будем ставить. И вот это мощная, мощная мавиковская опора. Вот. Когда ставить буду, не знаю. И какую из них все-таки перепоставить, тоже не знаю. Я как понял, мне кажется, нужно снять левую опору, поставить новую. Двигатель как нужно сядет, и потом уже ставить дополнительную. И, кстати, почему все это я меняю? При мелком граве на хорошей скорости появляется стук лонжерона. Вот здесь вот. В общем, та опора уже за пробег, не помню, 84 тысячи вроде, она уже, ну, практически вышла из строя. В принципе, она живая, но и не живая. Вот, и ее, следовательно, нужно поменять. На заводскую менять смысла нету. Из того, что, ну, пройдет она, ну, 1030-40, и опять появятся стуки. Это тоже будет ни о чем. И стоит она практически так же, как и вот эта тюнингованная. Ну и вот. Ну что, чтобы вы там по сайтам не бегали, не искали, я напрямую скидываю вам ссылки. Мониторьте, ищите там, где дешевле, но как база будет вот Мавика. Вот, поставлю все в описании. Ну что, ребята, всем удачи, пока. И ждите сначала вертикалочку, как все поставлю, а потом подробно посмотрим на горизонталки. Все, всем удачи и пока.